Продолжается голосование за участниц республиканского конкурса «Я – женщина». В нем участвует более 300 представительниц прекрасного пола. Победительницами станут те, чьи видеопрезентации наберут наибольшее количество голосов в ходе онлайн-голосования. Конкурс «Я – женщина» в республике проходит впервые. Его участницы успешно совмещают любимую работу с общественными интересами, не обделяя при этом семью, детей. Среди них немало предпринимательниц, представителей социальной сферы, сельских тружениц. До финиша доходит сильнейший. Поэтому, если остались ресурсы, предлагайте голосовать за себя. И я думаю, к 16 июня, когда заканчивается наше голосование, мы действительно с вами определим победителя. А если уж говорить по большому счету, то победители – все наши 352 женщины, участницы конкурса. Победители, потому что победили самих себя, свое стеснение, может быть, порой где-то даже лень. Победили тем, что представили себя на этот конкурс. Оставить свой голос за понравившуюся конкурсантку можно на сайте организатора конкурса «Союза женщин Чувашии». Голосование за участниц конкурса «Я женщина» проходит на портале «Народный контроль Чувашской республики». Нужно понимать, что с одного IP-адреса можно голосовать только один раз. С одного мобильного устройства можно голосовать только один раз. Призывы голосовать за участниц конкурса «Я женщина» звучат везде. В социальных сетях члены семей призывают голосовать за своих матерей, жен, сестер, бабушек. Интересно то, что даже за пределами Чувашии земляки наши, проживающие в различных регионах России, начинают голосовать тоже. Голосование продолжится до 16 июня. Торжественная церемония награждения победительниц конкурса пройдет 24 июня в День Республики.